Всем добрый день, 30 октября. Думала, уже ничего и не сниму я про огурцы, но вот остался последний балаган, ангар под зачистку, и думаю, как же это я потом буду жалеть, что не сняла. Вот такое начало, но здесь уже даже, нет, это не поддернутое дальше. Вот так в начале они у нас некоторые выглядят. Некоторые нормальные были, а некоторые вот так засохли. Корневая, наверное. Эти уже просто выдернутые такие стоят. В общем, вчера мы их сорвали последний раз. Сдали по 45 рублей. И вчера же начали вырывать. Сегодня вот продолжаем. И это последний ангар. Вырывать не жалко, потому что подхода нет. Вот эти еще более-менее так вот с макушками. Где... В принципе, что-то бы еще росло. Ну, и то их тут не так уж много, потому что много плохих. Вот так они выглядят. Мы вспоминаем с девочками, что в том году они у нас гнили. Это серая гниль была. Выбирали, что хорошее. А в этом году гнили нет на огурце. Ну вот, одолела эта мучнистая. Вот такой кошмарик. Проходим, обрываем эту мелочушечку. Будем мариновать. Что-то свеженькое оставим, чтобы подольше полежало. Ну, уже на продажу все. Вчера продали, что было можно. Так, причем, что последние разы уже хурдыны у нас мужчина забирал. Как он забирал? Он почем продавал? Мешок он взял у сына хурдунов. Почем продал? Те же деньги и отдал. То есть он на них не наваривался. Лишь бы так сына выручить. У нас нет такого первый-второй сорт. Ой, хочу извиниться, если сейчас резко прервусь, значит, телефон мой разрядился. И не успею сказать до свидания. Думала, что сказать, что это как закрытие сезона. И больше вряд ли я что-то буду снимать. А потом думаю, у меня же еще помидорчики. Сегодня, кстати, нужно будет с обеда поехать туда, нарвать зеленых. Ура! Нам заказали зеленых помидор. Я думала, уже они так и останутся. Уже искала, кому бы их раздать, кому угощать. Ну, думаю, что там хватит и угощать. И еще что-то хоть на зеленых заработаю. Копеечку. Вот такие макушки. Вот такие длинные пасыночки тут уже пошли, но... В принципе, погода еще хорошая стоит. Но так как на кустах подхода мало, рвем совсем мало, то какой смысл потом по грязи, по морозу, может быть, а то еще и снег вдруг выпадет. Это все чистить, разбирать ангары. Сын с отцом разбирают, мы с девочками чистим. И так и управимся по хорошей погоде. Ну что, подхода мало, в отличие от прошлого года, так хоть не так жалко их вырывать. А если бы были они еще все в огурцах и в цвету, было бы, конечно, вообще жалко. Вот такие вот новости. Получилось, что в том году мы сорвали последний раз 29 октября. Что в этом? Очень хочется мне на следующий год, главное это не забыть, отвоевать у сына 1-2 ангарчика и посадить их пореже и формировать с плеточками, с небольшими. Вот мне что-то так хочется. В этом году я забыла. Надеюсь, на следующий год не забуду. Буду зиму пересматривать все видюхи, поливода. В общем, всех блогеров, кто подсказывает по огурцам, может, чего-то себе накидаю умного. Всего доброго. До свидания.